Китайские бизнесмены из провинции Чжэньчжоу наведали Могилёв у рамках контактно-кооперативного тура по Европе. Предпринимальников особливо зацікавила харчовая промысловость нашего региона. Тому для знакомства с потенциалом региона яны выбрали айчынные гиганты молочной и хлебобулочной вытворчасти. На разиму гости вертаются не только с ураджанями, але и с планами по закупе белорусских продуктов харчевания. Их якость и экологичность яны означили особливо. Нагадаем, могилёвские делегаты на початку месяца наведали логистичную компанию Чжэньчжоу International, как познакомиться с коллегами, обняться контактами и контрактами.